Далее о происшествиях. Сегодня на проспекте Нариманова трамвай протаранил легковой автомобиль. Водитель машины погиб на месте. ДТП зарегистрировали в 13:55. По предварительной информации, 77-летний водитель автомобиля Renault Logan проигнорировал правила дорожного движения при пересечении перекрестка. Водитель автомашины Renault предварительно при повороте на запрещающий сигнал светофора совершил столкновение с трамваем. В результате ДТП водитель автомашины Renault от полученных травм скончался. Двое пассажиров автомашины госпитализированы в медицинские учреждения.